добьем. Олег, я в принципе вижу постоянно, поэтому. А чё ждём-то? Олег, тот же вопрос к первой откидке. То есть? Вы чего ждёте? Сейчас кто-то приедет, откинет. Очень долго. Ну, можно даже не прыгать. Просто вы ждете его, а потом откидываете. Вы чего-то ждете? Я вот думаю, чего все. О, Костя такой же. Дождался до низа. Олег, надо было туда отыгрывать. Отыгрывать, да, первый. Раньше. Да не надо ждать, потому что его. Ну конечно, снизу подкинуть под левую руку на сетке. Это же самое любимое занятие. Не надо ждать его, не надо. Оп. Оп.
вот это на бадминтон становится похоже у обоих. Еще пока не совсем бадминтон, но похоже. Все? Равно молодцы оба. Олег, зачем оттуда подавали подачку? Далеко справа. Да. Ну как бы лучше, да, сразу из центра подавать. И вообще, вот, вот опять, зачем вот, вот этот лишний шаг налево потом делать? Конечно. Ну и что? Так вы там и стоите. Долговато, но более или менее уже. Тогда уже можно поговорить о подставке. Да ближе. Нет, к центру, да. О которых я говорю, что они играют на первый взрослый разряд, наверное. Вы же, говорит, одиночку играют. Первый удар был ужасен. Только я ждал. Но
Тот, который вы снизу откинули. Опять слишком сильно боком стоите. Чуть ровнее. Костя очень неплохо отыграл. Ужасный розыгрыш со всех сторон. Костя руки внизу где-то. Вообще и длинным движением. Два навеса. Если человек решает баланс, то там, допустим, сейчас
Вроде бы, я понимаю вашу логику, что вы решили на игре. И вроде бы, может быть, сам можно повалить. Это вообще не так. Это уже это будет. Да, вы играете в другом группе. Это уже не то, что мало, но вообще не так.
Я, кстати, не так же сильно набил.